Итак, народ, всем привет! Это у нас 18-й день, 7 days today. И я как и начинал, как и заканчивал тот день, вот с этой вот вышки, с домика, который я, наверное, на будущем когда-нибудь, может, хапану, себе возьму и так далее. Может быть. Вот, хорошая вышка была. Я ее облутал маленько. Вот, ну, рядом с домом находилась. Так что как раз пригодится. Так, ну чё, давай посмотрим, что было дальше. То есть я вот это все кожаный плащ, кстати, черный. А у меня какой-то коричневый. Поэтому я его поменял. Вот. На черный прям. Надо, кстати, одежку какую-то черную надеть. Кожаное пальто тоже убрал. Короче, такое себе. Так, это в этом видосе все в одном, поэтому сейчас будем смотреть, что я тут делал. Что я тут делал? Он что-то ломал. Деревянный каркас. Что-то там ни хрена себе. Производство инженерии, науку прокачал. Лекаря вкачал. Шеф-повара. Ловкость прям... Сразу раз, два, три. Качнуло и все. И началось что-то, короче, строительство. Охренеть. Началось строительство. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. То есть как это все строилось? Как это все наяривалось. То есть периметр, все дела. То есть я замутил купо второй бункер, что ли, только из дерева. То есть просто решил его сделать, я не знаю. Ну вот так вот. Эту часть обновил. То есть вот такой вот пол. Бам-бам-бам, все. Вот так вот. То есть тут стены еще забабахал. То есть вот так тут решил. О, нихера себе. Я перемотал. Что-то тут открыть, закрыть. О, мост, короче, забабахал. До туда. То есть со стороны бункера первого сделал вот такой вот мост. Ну, точнее, не сделал, делаю. Поэтому это все смотрим. То есть вот так вот двойной. Это все лишнее раздолби, чтоб не мешало. Потому что это реально запаривает. Если сам же потом нарвешься на это все дело. Все, это я потом убирать буду. Ящичек. Вот так вот двойной. Двойной мост. Я его захреначил с деревянными. Потом тут смотри, что... Это откуда, кстати? А, это ремонтировать первый бункер был. Прикиньте, так много. Можно даже 64 ставить уже. Я, походу, так и сделаю 21. 61 поставлю. Мост апгрейдил. Потом еще что-то делал. Перилки замутил, да, с одной стороны. Трынь со второй. И чтобы перилки там еще поставить, надо было... Еще четыре, ну, в ряд. Там вот видишь, короче, четыре в ряд. На нахрен упало все. Надо, короче, перегородки было делать. И все вот так вот. Все это замутил. Раз, два, три, бамс. То есть вот так вот все. Может, конечно, это было засунуть там, я не знаю, за 5 секунд показать. Что я в итоге сделал? Но я в итоге хочу, это я коридор сделал для того, чтобы зомби сюда шли. Пока не знаю для чего и как это все будет выглядеть, но... Короче, хз. Будем что-то придумывать по мере прохождения. Давай. Какой-нибудь бункер там... А, я понял, с коридором что делать. То есть это тот же самый коридор, надо было здесь вот... Замутить. Бам-бам-бам-бам-бам. Просто жесть. Потом вот такую вот оправу сделал.
То есть в ряд вообще просто хреново тучу по два ряда, по три там пустил, потом наверх еще запустил. То есть металлом какие-то углы улучшал. То есть прям вообще бункер-бункер. Блин, а тут уже до хрена этого навалил. Ну, короче, ладно, посмотрим, что будет. Аэродроп прикатил. Да, я тут тоже, короче, затовокал, что ли. Блин, надо что-то решать. Надо что-то решать. О, недалеко, типа, да, я решил сгонять. Поехал, короче, я. За бункером этим. Вот. И в итоге охренел от того, что он, собака, прям на доме. И вот тут я попал, честно говоря. Забегая как бы наперед, да, то есть вот это вот. Этот придурок вот этот. Короче, пиздец. Просто тупо сдох, что ли. У меня ни хп, ничего не было. Я попёрся на самый верх. Тут я охренел от того, что на меня прут, и я сдох. Мент, короче, радиоактивный пришел. Я такой, опаньки, да? Да, это было жестко, конечно. Ну да ладно. Я не сдался и пошел. Что-то я там дубину деревянную. Сделал 5-го левела, взял дробаш, короче, с собой. Сколько там патронов. Сделал 2-й ряд. Блин, он грузит, жесть. Вот так вот сделал, короче, 2-й ряд. Вообще охренеть. Так, замутил. И вон он там сидит. В итоге я забил на них и пошел на крышу. И тут тоже оказался вот этот вот челобразик. Я не знаю, как его звать, но судя по тому, что из дробаша. Короче, залутав всю крышу. Правда, я тут хренову как залутать то. Шишки вот выбросить можно было. Сразу по-быстрому. Ну че еще, на это все в лут можно было спросить. Патроны вообще лучше всего сразу выбрасывать или что. О, у меня даже дерева с собой не было, нихера себе.
Я сделал 450 этих. Ого-го. Фига себе. Короче, пока он хомяк лутался, это было такое дело. Одного завалил, толстый уже без ноги оказался. Хрена мне чуть не шлёп. Ну все, как-то так получилось. То есть я залутал вверх сразу. Но, по идее, тут смотрю, вообще печально все было. Я сожрал тут и все. Я понял то, что ящик с припасами можно только один раз. Дальше он исчезнет сразу. Коньяков голову жалко нет. И в итоге я пришел до дома сразу. То есть, видишь, я уже дома. Все это распорядился. Пошел дальше лестницу тут ставить в этом новом в своем бункере. О, что это у нас? Потом решетки. О, с решетками я парился, конечно, сам даже один раз сдох. Потому что реально это, блин, такая запара была. То есть я ставил решетки и где-то накрыл им. Вот тут. Не в этом месте. Мы сначала переверню, аж потом. О, вот здесь я сдох, короче, смотри. То есть решетки-то решетками, но, блин, пока меня накрывает. Тут-то я все нормально сделал. Здесь вот тоже все нормально. Ну, то есть, вообще нормально такой решетки сделал. Прям бункер, ё-моё. А вот тут я уже что-то не так поставил и все. Ладно. Ладно. Просто. Просто сдох. Поставил, сам себя спихнул, тупо и все. И накрыло. Вот. Потом подбежал, все это дело, конечно же, собрал, это все снес. Я подобрал там вроде, да, все подобрал. И дальше пошел делать. Оказалось, все намного проще. Вот это меня бесило, кстати. Когда по 10 раз выбираешь, выбираешь. Везде, короче, решетки поставил. Тут хотел мост, короче, сделать с решетками, но в итоге ни херня не получилось у меня ничего. О, потом я поехал за припасами. Начал копать, копать. Копал я очень долго, задолбался. Рыл, рыл, рыл. Тут зомби ходили. Получается. Рыл я до хрена. В итоге ящик оказался прям под ногами у меня вышел. Он, видишь, все разрыл. И все. Что, я взял хоть тайничок? Ну, где он оказался? Сейчас покажу. То есть рыл, рыл, рыл. Второй ряд уже пошел, да? То есть это все зря, блин. Еще ускорим. Кстати, второй ряд получается, да? Первый, земля, второй. Это тут земля как бы не считается, я думаю. Вот, и оказался, да, во втором ряду. Первый надо и второй ряд рыть. Да, нормально будет. Вот, как-то так приключения были в 18-м дню. Я решил под конец дрова порубить, как обычно. Ну, что и требовалось. Хомяк это бесконечное. Лутание, тем более в этой игре, это ох, как прям сделано. Вот. Свинцовая шахта, да, фигня, это все, можно даже туда не ходить. Свинец зарабатывает. Вот, как-то так. Следующий день будет в следующем видео. Смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Вот, если хотите, я все это для вас сделаю. Ну, для себя, чтобы не забыть, я проводил тут время.